места и трофеи – это не так важно, чтобы болеть за команду. Будем традициями брать. С женой старые болельщики, можно сказать. Решили все-таки не только бизнес, но и для души. Это очень приятно смотреть в окошко, видеть стадион и утром, и вечером. Это магия места. В 2002 году на открытии матч «Торпедо» был. Это я его сохранил. У меня лежал дома все эти годы. Наконец-то появилось место, куда его можно пристроить. Это атмосфера Лиги чемпионов. Это что-то из детства. Позднее начало матча, прожектора, которые пронизывают темноту. Это было что-то нереальное. До сих пор помню это движение. Сначала направо, налево и в правую девятку. Марат Измайлов – это мой сосед по Чусовской улице в Гальяново. Был сюжет такой, где он играет на Лесной Поляне, где я сам постоянно в детстве играл. Качковатое поле, кажется, не мешает игроку российской сборной. Вот какой типичный для себя гол забивает Измайлов. I didn't know until I arrived here. When I come to the first time to the stadium to my presentation, I saw some picture of him and I asking about him and they told me that he made this formation here. He's a player from the young teams of Loco and he comes to the first teams. I even training with him in Portugal, so I know him quite well. Yeah. Обычный дворовый футбол. С него началась звездная карьера обычного мальчишки. One game I went with the first team of Sporting, I was like 17 or 18, and some player touched his boots, you know, and he was really upset, but at the end of the day, it was, I don't know, scaramantic that he had, and it was not a big deal. Игра Севенца над самое важное. Это большой ажиотаж вокруг матча. Если мы завоюем очки, то это большая возможность пройти в Еврокубке на следующий год, поэтому самая важная игра – это будет завтра. He has a lot of experience in football. I think it's not easy with his age, you know, doing a great work. It's always something that you need to try to improve, to teach something to your players. His story talks for himself, so I think it's great for us to have him as a coach. Ronald is a really human person, you know, joke all the time. He tried to let you comfortable in national team, so of course he made some jokes. He's the captain, he's a funny guy. For us, like Portuguese people, he's like God, you know. So when he's on the pitch, he can score always. So we need to try to stop him as a team, you know. That is the best way to try to stop him. But if he's on these days, you can do nothing, you know. We talk after the game about our game in Torino, you know. He was saying that we defend well, you know. It was a difficult game for them. Ювентус совершенно, конечно, другое и на трибунах, и у тебя внутри. Но это должны и болельщики гнать свою команду, должен быть настрой нереальный, так же, как у игроков. To win the game against them, you need to all the components. You need to beat them tactical, you need to beat them physical. I know that if we beat Juventus at home, will be an amazing for the history of Loco. You need to believe. If you believe, it could become possible. At home, we can achieve better results. Юрий Павлович должен погулять часик в Паваковке и одеть счастливый свитер. Если все это случится, то мы победим. Для меня он волшебник. Добрый дедушка-волшебник. Пусть наши болельщики все это прочувствуют на нашем стадионе. Они этого заслуживают. Они любят наш стадион Черкизово. Мы будем здесь ощущать более мощную поддержку, чем где-либо. Вот и все, что я могу сказать.